Иди, бери, не бойся. Кушай. Поздоровайся со зрителями. Всем привет. Иди, бери. А что вам, ребят, со Светом? Может, Света мало заснять, какой красивый лисенок. Застрял. Если вы не так уж боитесь Кощея или Бармалея и Бабу-Ягу, приходите в гости к нам поскорее, там, где зеленый дуб на берегу. Там гуляет черный котище ученый, пьет он молоко и не ловит мышей. Это настоящий кот говорящий, а на цепи сидит Горыныч змей. Приходите в гости к нам, поскорей приходите в гости к нам. Кот про все расскажет вам, потому что он видел все сам. Всем привет, ребята, вы на канале «Ушел по делам». Приехала сегодня покормить лисят. Но они точно как никогда, смотрите, идет, сам идет. Привет, привет, сейчас я тебе дам. Смотрите, сам вышел. Надо разложить. Привет, это знаете кто? Шурик. Шурик, привет. На, Шурик, на. На, иди перекушай. Кушай, не бойся. Привез я им куриные желудки. Так, давайте подойдем. Иди, бери, не бойся. Кушай. Ребят, это другой лисенок. Крупный. Их было два. Один убежал. На. На. Иди, не бойся. На, иди, не бойся. Лапками перебирает. На, на, иди, бери, кушай. Кушай, не бойся. Красивый. Иди, бери. Давайте подойдем, дадим ему. На. Не бойся. На. На, не бойся, кушай. Кушай. Ух ты, лопоух, красивый какой. Это, ребят, другой лисенок. На, иди, бери. Ну что, я вас буду всех подходить кормить? На-на-на. Ты ж ко мне подходил вообще к велосипеду. На. Иди, бери. На, ладно, на. Иди, бери. Бери, кушай, не бойся. Иди, бери, не бойся. Толстый. Знаете, какой красивый. Ну иди, бери. Вот. И не страшно. А где толстый? Где малыш? А? Шурик, это не ты вчера сидел ночью, я ехал. Вы представляете, я отъезжал. Здесь у меня неподалеку дела были. Вот. И прям смотрю четко по времени, думаю, интересно, сидят, нет, и прям они четко вдвоем сидели, ждали. Ну иди, бери. Смотрите, как он красиво лежит. На. На, не бойся. На, на, не бойся. Кушай. Кусок большой, надо пожевать.
Ну что ты, красавец, выходи. Выходи, лопоух. Смотрите, какой классный. Нет никого. Смотрит по сторонам. Зевает, он только проснулся. Вот, и не страшно. Ну как у тебя дела-то, рассказывай. Как спалось? Такой красивый вообще. Ты красивый. Толстенький. Но это не толстый. У толстого на хвосте проплешина. Нету меха. Так, еще дадим, да? Вот сразу выскочил. Ну, дотянулся. И бежать. Выходи, посидим. Поздоровайся со зрителями. Всем привет. Скажите, официанта заказывали? На. На. Кушай. Вкусно тебе? Иди зови всех остальных. Вот так, ребят, сидим пока с Шуриком. Других лисят нету. Ну, а, кстати, здесь мне доехать, я ночью здесь в другом месте был. Вчера лисенок сидел. Посмотрите, есть ли он там вообще, нет. Классный такой, красивый. Красивый Шурик. Может, это ты был вчера? Похож, крупный. А ведь зевает. Вот до этого были малыши, они посмелее были. Это покрупнее, но другая лиса. Боится брать. Те прям вообще и вчера брал смело ночью. Ну что это? Посижу, посмотрим, подойдет, не подойдет. Вы знаете, мне такая мысль пришла. Вот недавно я увидел 5 лисят. Возможно, даже та не мама была. Крупная лиса, вот похожа на Шурика. Такое ощущение, что, знаете, лисята договорились, что каждый по очереди будет выходить там, ну, сегодня один лисенок, завтра другой. Потому что я вот заметил, вот уже третий день подряд приезжаю, и разные лисы ко мне выходят. Иди, бери. Хочу вам, ребят, со света, может, света мало заснять, какой красивый лисенок. Застрял. Ты уже толстый. Кушай, не бойся. Смотрите, какой классный. Ну что ты, лопоух? Иди, мири. Такой окрас красивый, толстенький. Ну ты толстый. Иди, бери, не бойся. Нет никого. Оп, попа не пролезает, толстый. Но ты толстый.
толстый. Может, вас всех толстыми называть? Красивый. Моська красивая. Иди выходи. Кушай, небось. Со мной балдеет здесь. Не бойся, не бойся. Не бойся. Опа, выходи. Выходи, выходи. Чего, ты еще хочешь покушать? А где братья твои? Сегодня твоя очередь. Шурик, давай, выходи. Вчера миску с молоком унесли. Миску, может, принесешь? Выходи. Иди ко мне сюда. Ну что, ребят, вот мы покормили лисенка. Встречал у меня два лисенка, но почему-то кушал один. Как будто они, знаете, по очереди делят, кому какой день выходит.